Здравствуйте, смотрим Артура. Артур Ган. О! Не знаю, как сейчас, да, но если бы он был бы сейчас в прошлом, в далеком прошлом, исполнял бы эту песню, также танцевал, то он реально был бы такой любовной машиной, и все сердца девушек принадлежали бы именно ему. Ой, хорошо. Ой, оу, оу, дроп, ямка, хорош. Ну, очень круто. Его хрипотца, это уже, ну, вообще максимальный уровень, как он ей обладает. О, респекты, любовь, лайки, все четко. Суть в том, что как вот звучит это все, в его исполнении все прекрасно. Там расстановочки слогов, все идеально. Некоторый слог звучит обычно, а в другой с хрипотцой. Вау, блин, колдун, колдун. То есть голос и так, как, ну, уже, ну, по идее, магия какая-то. Но здесь такая, знаете, улучшенная магия, такая редкая магия. То есть, и эту редкость дает именно этот хрип. Ну, конечно, его страсть и любовь. Йо. Кто смотрел аниме «Черный клевер», тот поймет, да? Ему достался такой гримуар четырех листьев, вы поняли, да? Amazing видео. Amazing Артур. Супер. Incredible voice. He... Крутой парень, короче. Костя. Отлично исполнил. Подарил хорошее настроение. То есть, нет, он нас не загружает какими-то сложными мыслями, сложным настроением. И все легенько. Вайбола. Все. Влюбляйтесь в его голос. Любовная машина. Как-никак. Вара позитивой. Что-нибудь.